Всем привет, ребят! Как мы видим, у меня новый DAFT. Да, это тот самый DAFT, который все ждали и который все пробовали, ну, не все пробовали, на Волга Хука Экспо я его пробовал, и у меня о нем сложилось двоякое впечатление, о котором я сегодня расскажу. Да, также у меня есть три новых вкуса и есть, собственно, уголь от компании DAFT. И давайте я три новых вкуса вот сюда уберу. И пока мы сейчас курим новый вкус личи, я его пока пытаюсь распробовать и понять, что это за вкус и будет ли он для меня в дальнейшем что-то значить, да? Поговорим о угле. Короче, здесь тоже уголь у нас DAFT. Разогрелся очень хорошо. Пепел белый. Жара дает вроде нормально, но пока непонятно. На следующей чашке мы поймем, не воняет. Вот такая вот, собственно, пачечка Retro Wave, 100% кокос, 25 размер. Пачечка потрепанная такая вся. Почему нет? Произведено в Индонезии под контролем компании Oasis. Для меня это было новостью. Я же думал, что Рома будет делать как-то свой уголь. Но, скорее всего, Рома подумал, что с Oasis будет выгоднее сотрудничать. И, соответственно, есть какое-то качество. Да, и, конечно же, главное, есть имя. То есть, когда ты покупаешь уголь DAFT, ты смотришь, ага, Oasis, значит, окей, есть чего хорошего ожидать, да? Внутри все это запаковано в 2 брикетах. И вот тут мы видим дату, это май 20 число 19 года. То есть, тогда это было уже все упаковано, и, скорее всего, все это ехало до нас сюда. Так вот, теперь по кубикам. Давайте поговорим. Кубы вот такие, ровные, не идеальные. Опа, упал и не покрошился. Аллилуйя, да? Вроде все окей. Есть парочку таких кривеньких углей. Каких-то таких непонятных мне предметов в угле я не наблюдаю. Ржавчины в них тоже не вижу. Но бывает такая ржавчина, знаете, да, непонятная. Так. Пока мисс ведет он себя очень хорошо. И самое главное, мы курим новый DAFT, ребят, который по-любому должен всем понравиться. И особенно тем, кому не нравился старый DAFT, да? Кому ты хашила по горлу, кому била, кальянным особенно мастерам всяким, да? Даже самому главному хейтеру DAFT, это кальянному мастеру твоей мамы, он тоже понравился. Он сказал, охуительно. Теперь давайте, собственно, возвращаться. По углю мы все поняли, о нем еще попозже поговорим. На второй чашечке, на третьей чашечке, на четвертой чашечке. Поговорим про вкус личи. Новые вкусы отличаются немного, собственно, принтом. Да, на них принт отличается. Он более такой какой-то мультяшный получился. И какой-то разносортный. Либо просто я привык к наклейкам старых, да, вкусов именно классических, грубо говоря, классических вкусов, да. Что для меня, допустим, Honey Halls и кокос, они выглядят как-то максимально мультяшно и непонятно. Так вот, погнали, начинаем с личи. Новый вкус личи. Ну ладно, давайте про новую баночку, что поменялось. Во-первых, да. А как всегда акциз, снизу акциза есть штрих-код. И самое главное, защита от подделок. Тоже с номером, который, не помню, с чем может быть, с чем он совпадает, да. Но дело не в этом, дело в том, что я задумался, если это является защитой от подделок, да, почему нельзя подделать эту защиту от подделок? Ведь несложно же сделать голограмму, да, если есть нужное оборудование. Как бы непонятно. Так вот, личи мне не закатил. Это, ну, приближенный к настоящему вкусу личи, очень интересный, но именно по моим каким-то вкусовым качествам, вот личи я никогда не любил, даже в нахле. И, соответственно, даже если это будет супер-пупер личи, он мне не закатит, это стопудово. Ну и учитывая, наверное, то, что я все это курю в моно вкусах, то есть в соло, то тут, конечно же, легко понять все. По изменениям ароматики, наверное, да, я, наверное, буду говорить, когда я буду прокуривать, допустим, ананас,
либо Гуаманго сейчас, ну, попозже в выпуске, да, тогда я точно могу сказать, насколько поменялся дафт в курении, потому что в новых вкусах это сложно сказать, потому что по факту не с чем сравнивать. Вкус такой, немного травянистый, остается на языке, на небе, продолжительность очень хорошая у него. Есть вот этот неприятный оттенок личи, который мне, наверное, больше всего не нравится, но при этом личи не сушит, не бьет по горлу, не вызывает какого-то негатива, но он мне просто, блядь, не нравится. Знаете, вот... Как не нравится мне кальянный мастер твоей мамы, так же и мне не нравится, собственно, личи, да? Примерно так. Все очень спорно. Возможно, личи вам понравится. Да, я даже больше чем уверен, что оно вам понравится, особенно в новом исполнении. Если это было бы все наложено на старый лист, на старую технологию, то было бы, да, вообще не кайф. Но сейчас как бы окей. Так, с одним вкусом мы личи разобрались, а следующий вкус у нас будет... Бро! Какой следующий вкус ты забил? Кокос. Кокос, вот. На кокос прям вот я знаю, что этот вкус будет мой самый топовый, и он затмит гуаманго, мое любимое, он затмит мой любимый ананас, да, и фейхую. А вот кокос прям кайф, вообще кайфуха. Сейчас мы его покурим, пока не переключайтесь. И маленькая рекламка, мы это все снимаем в кальянной Foggy Friends, которая находится в Люберцах. Вся информация об этой кальянной у меня в описании. Заходите, здесь очень уютно, круто, есть охуенный кофе и всякие лимонадики. Бля, это здорово. Коконат, кокос от компании DAFT. Это, наверное, лучший вкус. Мне кажется, и будет максимально самым продаваемым вкусом у компании DAFT. Это реально охуенно. Я даже не знаю, что написать. Кокоса как бы как такового нет там. Я его, ну, не сильно чувствую. Но, короче, попробую примерно описать. Это настоящее... Это кокосовое сгущенное молоко. Вот так, кокосовое молочко, знаете? Такое прям с карамелькой. Прям кайф. Ам-ням-ням. Реально, прям, пацаны, вот не спиздеть. Это кондитерка плюс молоко плюс какая-то составляющая кокоса, именно кокосового молока. Супер. Угли ведут себя очень хорошо. Ча. Бро, как угли? Отличные. Не колятся, не трескаются. Воняли? Воняют? Ну, вонь есть? Не сильная, но есть. Ну, короче, нормально. Знакомый вкус этот кокос, на самом деле, он очень вызывает какие-то такие, знаете, знакомые ощущения, как будто я что-то подобное курил, но не настолько прям кайфовое. Прям очень нравится, и это, наверное, будет мой фаворит, так что гуаманго пошла нахуй отсюда. Я, конечно же, все обязательно попробую прокурить потом в миксах, что касается новых вкусов. Попробую смешать Honey Halls немножко с личи, потом кокос с чем-то еще. Да, и я думаю, будет очень здорово. На самом деле, прикольно, очень вкусно. Класс. Я бы, на самом деле, его оставил бы дальше покурить, но, наверное, надо нам переходить к меду, к мятному меду. И перед тем, как я, наверное, его буду сейчас раскуривать, потому что он уже готовый, я
попробую его понюхать. Да, это очень мятный мед. Ух. Походу, я его, ребят, вчистую не смогу покурить. Он для меня будет очень мятный. А, прям запах настоящего медового холса. Знаете, да, холс медовый. Вот, это то же самое. И я думаю, буду сейчас кашлять от него, и у меня будет прям драть горло эта мятность, потому что в последнее время я не очень могу курить мятные вкусы, они меня прям немного напрягают. Так что давайте нашего бро попросим нам приготовить мятный холс. Мы его попробуем и, наверное, закончим с тем, что пробуем новые вкусы и перейдем уже к классическим вкусам и посмотрим, как сильно они поменялись, да? Я думаю, будет достаточно круто, потому что я вам скажу так, кто еще не попробовал, между новым и старым есть большое различие, это абсолютно другой даф, но есть одна проблемка, то что некоторые вкусы, которые, как, допустим, гуаманго, они все-таки у старой такой, да, ревизии, они более какие-то душевные и больше ближе ко мне. То есть, как мне нравится. Я не знаю, понравится ли мне новая гуаманго, поэтому мы его, наверное, сейчас попробуем и проверим все это. А пока мы переходим к медовым леденцам. Младенцам, хуенцам. Все, не переходим. Мятный холст, я его еще не курил. Кальянный бро наш сказал, что пиздец мятный. Я так немного, знаете, прихуел, и мое очко так сжалось. Я готов, блядь. Не, нормально. С каждой тягой мятность увеличивается, потому что пропитываются рецепторы, то есть и гортань, она начинает пропитываться этим. И есть эффект, о, прям холода. Если сейчас въебать холодную колу сверху, будет вообще заебок, да? Прям, знаете, на что похоже? Если сейчас нынешняя Супернова, она не холодит именно, а как раньше, помните, когда появился только на рынке индийский Авзал, когда он не через Point Art заходил на российский рынок, а когда он просто заходил, кто-то его привозил и гонял. И Авзал именно понравился, он прям холодил, прям холодно было в горле, да, прям. Вот так делаешь, и как будто ты затягиваешь холодный воздух, ну, грубо говоря, реальный холст, да, то это то же самое. Прям. Да. По горло не бьет вообще ни разу. Хорошо, прям по кайфу. Почему у меня такие эмоции, да, там хорошо, по кайфу, там прям круто, здорово, великолепно, потому что я очень люблю Дафт. И когда у Дафта появились вот эти новые вкусы, я их сейчас попробовал, я понял, что а есть ли смысл в старых вкусах, даже пускай они сделаны по-лучшему, да, то есть я с удовольствием буду до упора прокуривать кокос и Honey Holes, да, как бы прям вот до упора, пока это мне просто не надоест, я еще буду и миксовать, блядь, это. Очень здорово. Освежает. А, ребят, забыл самое главное сказать. Дафт теперь не крепкий. Да. У него нет той крепости, которая была раньше, кстати. Либо потому, что он все-таки был такой прям насыщенный, да, и это ощущалось на гортани, то сейчас это все проходит очень мягко. И вот именно вот этой тяжести нет, которая была в Дафте и которую я, возможно, любил. Это стало довольно-таки прикольно, очень комфортно курить Дафт. Прям морозит. Мед, он присутствует, но он прям далеко-далеко на заднем фоне и не дает такой приторности, которая могла бы быть прям, ну, как бы хорошо.
На самом деле я очень много прокурил сейчас Дафта. И я, наверное, просто сейчас въебу свой любимый Гуаманго и сравню его со старым Гуаманго. И думаю, на этом мы закончим. А малинку фейхуа я потом, наверное, вам в текстовом виде распишу в Инстаграме, да? Поэтому давайте попросим нашего бро. Бро, забьешь мне чистым забьешь мне, знаешь что, Гуаманго. Прям так же. Давайте куплю. Да, на Дафте, да. Так что не переключаем, сейчас будет самое интересное. И, наверное, знаете, что мы сделаем еще? Я, конечно, это еще не согласовывал с Дафтом, но я, наверное, договорюсь с этим. Мы разыграем 3 комплекта новых вкусов. Вот так вот. 3 человека получат 3 новых вкуса Дафта. А возможно и больше. Человек получит 3 новых вкуса Дафта, да? Мы это все согласуем и, возможно, выйдем, что получит 5 человек, а может даже и 10, как бы, да? Что нужно будет сделать, пока нам забивают чашечку? Нужно будет подписаться на мой инстаграм, это инстаграм Дава Дыма, подписаться на инстаграм Дав Табака, отметить под постом в инстаграме, который вы увидите с конкурсом 3 вкусов, 3 друзей, с которым вы раскурите эти 3 новых вкуса, и, собственно, ждать результатов, и результаты я вам скажу, то есть напишу уже в самом конкурсном посте. Так что пока не сможете форсить мой инстаграм и заранее подписаться на мой инстаграм Дава Смог. Там сейчас очень много интересного. И, собственно, 3 победителя, а может и больше, получат новый Дафт попробовать, грубо говоря, одним из самых первых, да? Так что...